В Рязанской области по замыслу тренировки на 172-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в районе населенного пункта Баграмова в результате условного дорожно-транспортного происшествия грузового автомобиля «МАЗ» с прицепом с пассажирским микроавтобусом «Газель» условно погибло 5 человек, серьезно пострадало 8. Образовался затор движения автотранспорта в обоих направлениях общей протяженностью до 15 километров. Заняты все полосы и обочины, затруднено движение спецтранспорта. В районе ДТП силами УМВД России по Рязанской области осуществляется охрана общественного порядка, организовано реверсивное движение автомобилей. Пожарно-спасательными подразделениями отработаны вопросы деблокирования пострадавших от тушения условного пожара. Отработаны вопросы эвакуации населения в пункты обогрева. Для обеспечения жизнедеятельности проведения работ по ликвидации аварии проверен резерв материальных средств и мобильный пункт обогрева и питания. На месте происшествия работали оперативная группа Главного управления МЧС России по Рязанской области, скорой помощи, оперативные дежурные службы Рыбновского муниципального района, оперативная группа гарнизона местной пожарной охраны. Такие тренировки помогают совершенствовать приемы и способы ликвидации последствий ЧС и защиты населения. Учения провели в 2 этапа. Первоначально отрабатывались вопросы оповещения и сбора руководящего состава. В ходе 2 этапа во всех областях были проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы при последствиях дорожно-транспортного происшествия.